Смотрите, хирурги занимаются операциями. Там, химиотерапевты занимаются назначением лекарственных препаратов. Радиологи занимаются лучевой терапией. Гематологи. Чем занимаются? Да, основная задача гематолога. Вы знаете, мы ближе к химиотерапевтам. Так. То есть мы все-таки врачи-химиотерапевты. Угу. Поэтому единственное, что врачи-химиотерапевты лечат солидные опухоли, то есть опухоли желудка, кишечника, головного мозга. А врачи-гематологи лечат опухоли системы крови. Угу. Поэтому принцип лечения тот же самый. Это назначение химиотерапии, которая в случае с нашими пациентами точно так же, как и в случае с онкологией любого другого происхождения, является жизнеспасающей.